Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Lost in Play. Как уж она там называется-то, я уже забыл. Я чуть не прочитал и Lost in Play. В общем, у нас сегодня с тобой вот это. У нас сегодня с тобой вот это, нас поймали, как ты помнишь, в конце той серии, нас поймали. Так, курица кричит, замечательно. Курица, все, что может, она может кричать. Замечательно. Подожгли курицу. Ну? Нам, наверное, это надо. А, вот так. А, я думал вообще то, что гвоздь надо вытащить. Оказывается, вот что. Селфи обязательно. Что за курица, мать его, за ногу? Во! Это-то надо? Подожди. Так, подожди. Так, унитаз, понятно. Горшок детский. А, так, курица-стелсовик. Нет, говорит. Так, он смотался. Че нет? Так, пробежали нас. Нужно открыть, да, я в курсе. Пойдем, бро. Что он делает? Он курочке предложение делает? Чё? Чё происходит? Курица, а ну очнись. Так, подожди. Так, здесь все-таки нет, да? Можем подарить цветочек? Яйцо. А в яйце цветок. Вот это да. А, яйцо, ой, точно, цветок тоже он усыпляет. Замечательно. А, чё? А, солнце, луна... Так, луна, корона, магнит, дом. Луна, корона, магнит, дом. Луна. Подожди. Луна. Чего? Луна, корона, магнит, дом. А как мне понять, какая здесь камбуха-то это? Ну, вот здесь типа корона. 9 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Что-то я не понимаю. Подожди. Я опять такие загадки охеренные. Вот, вот почему нельзя вот так вот изначально. Звезда, тучка, домик. Так, звезда, что там? Луна, дом. Луна, корона, магнит, дом, да? Луна, корона. Так, 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 домик. Луна. Луна, получается, вот здесь. Если корона здесь, домик здесь. Домик соседствует с короной, а корона соседствует с этой. Луна. Корона, магнит, дом. Вот. Так, надо туда что-то сделать, да? Понятно. Никого здесь нет. Все на месте, все хорошо. На. В смысле? А почему нет-то? А почему нет-то? Ладно, я понял. Ну, типа, можно же перекусить. Почему нет-то? Эти квестики, знаете? Выходит немножко за грань. Да это... Хорошо фоткаться с курицей. Курица с курицей. Так, операция по спасению друзей пошла. Так как он толстый, надо тянуть втроем. Все, готово, бойцы готовы. Сарунган. Все, пошлите. Давайте вот там вот. Чё там? Ага. Хорошо. Все, теперь уходим туда, в канализацию. Персона пайчак. Это персональный выход. А дальше спать. А дальше спать ему как бы. Охранник, ребят, охранник. Так. Рассмеши, говорит меня. Стендап ему считает. Ча-чалунг. Ча-чалунг. Чалунг. А принцесса идет спасать мужика. Ча-чалунг. Ча-чалунг. Это че? Ча-чалунг. Mm.
сукене. Нужна трава? Нужна чего? Три локации, получается. Так. Чао, Лина! Чао, Лина! Ну-ка. Сукене. Так, сукене, давай. Сукене. Ага. Сукене. Чё тебе надо, женщина? Так, подожди. Но она здесь перейти не может. Нам нужен мост. Так, давай цветок. Чао, Пойна! На какой там она передавала? Вот на это? Давай сюда. Так. Мы типа со временем играем, ребят. Перемещение во времени. Так, мы посадим. Ага. Ага, теперь мы его срубим. Так, даже теперь надо его срубить. Но вопрос чем? Яйцо, подожди, а как нам яйцо-то? Джаулина! Джаулина, да. А, подожди, а вот это нельзя взять? Джаупойна! Нет, наверное... Это, наверное, правильно. Так. А, река-то, получается, осушилась. Чё я туплю-то, ребят? Господи, тупой я как валенок. Река-то осушилась, дерево осушило это, реку-то. Хотя, странно то, что дерево осушило реку. А, подожди. В машину времени засуньте, пожалуйста. Колодец, ребят. Кто бы подумал, да? Но колодец — это машина времени. На. А папа Кроклик? Ага, водичка нужна, я понял. Выкапывай. Вот это, блин, перемещение во времени. И? Чао, Лина! Его сюда, что ли, куда-то? Или не сюда. Давай туда еще отмотаем. Ага. Ого. Эй, хоп, хоп. Охренеть.
Охренеть, загадочка, да, ребят? В трех локациях. О, правильно, раздевайтесь, любовь, да. Правда, у нее замок уже весь разрушенный, но любовь. А корона нам нужна, чтобы домой-то попасть, насколько ты помнишь. Чё там у них? Куриц там. Да, пока-пока. А с ними-то что будет? Пуляйду, Шанс. Представляете, мы эти все приключения не прошли. Вообще разработчики могли бы, да, сделать вот эти все приключения. Каждое. И мы проходили. Но как бы у нас как бы мультик, как бы рассказ. Они как бы сами там все прошли. Там вроде одеть надо, нет? Тебе же сказали одеть. Подожди. Там сказано было, нужно одеть перед этим. Ты что не одеваешь-то? А, может, корону сюда надо? А. Там вроде надо было одеть на себя. Слюгуха. Хорошая идея. Алакапуни. А как она туда запрыгнет? Да, я случайно нажал. А. Rip. 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 А, типа, все, мы ее поймали? Что-то как-то изи было, нет? Наверное, я ее и раньше мог поймать. Я просто уже на шашках, ребят, научился. Помнишь, что вы в шашки тут играли? Ну, блин, ну как всегда, да. Ah!
неплохо. Мы как-то получилось то, что через портал, но портал какой-то такой, да? С параллельной вселенной как-то. Охренеть. А, может, кто вы... кого нам надо вспомнить-то? Или, типа, кто на той локации, что ли, был? На водяной локации кто был? Если на водяной локации, ну, был... Ну, морж был. Я не знаю, может, три маршана. Не понимаю, пока в чем смысл, подожди. Или три локации, может, типа гномы эти. Крутотик! Димоника лазе? Крутотик! Димоника лазе? Наркомания, ребят, небольшая. Надо собраться, нужно понять, что здесь происходит. Так, поймали фею. Это, наверное, как уже было, да, у нас книжка, которая, наверное, была. Лейку надо. Крутотик. Итак, игра для моего понимания немножко сложная, на самом деле тут немножко такая наркомания. Крутотик. Корону ему надо. Крутотик. Три чашки. Лейку даст за чашки. Чашечный. А, язычок можно сюда? Ничего и как. Здесь, наверное, где-то подсказки есть. А, что кому принадлежит? А, понял, там это. Ну, смотри, кошачья лапка сюда, язычок кому? Глаза, наверное, принадлежат этому коту. Это, наверное, этих. Язык собаки. Глаза нет. Найдем сейчас. Наверное. Вон картина там висит. Почему королин? Монетка нужна, понятно. Так, у собаки лапа синяя, у кота розовая лапа, язык у девчонки и глаза у девчонки. Глаза у девчонки, язык у девчонки. Так, подожди, это к собаке, это к коту, язык у девчонки. Или наоборот там. Кота же нет. Чё меня путаете? Ну, синяя лапа у собаки. Розовая у кота.
желтый у розовой и у белый язык. Че меня путаете? Белый язык. А, или мороженое какое пытались улизнуть. И смотрела она на парня. Зеленая. Давай подсказку еще, я что-то туплю. Ну, розовый этой. Ну, это я правильно сделал. А почему она пыталась лизнуть туда же зеленое мороженое, что ли? Да, зеленое мороженое. А, смотрела она на розовое. А, вон в каком... В принципе, смотрела-то она на розовое мороженое. То есть не у девчонки, а смотрела она на розовое мороженое. Вот, и держал код. Держал пацана. А, подожди. Код держал пацана. А собака ничего не делала. У собаки, видимо, лапы были на 12 часов. На девчонку. А розовый пес. Руки у него были около девчонки. Охренеть. А, вот, кстати говоря, у нас это появился. А вот сюда вот надо. 1, 2, 3. Чего 1, 2, 3? А, 1, 2, 3. А, понял. Три. Винтик. Вентиль, карта. Вентиль, карта, сумка. Подожди, это два. Карта, вентиль, сумка. Охуеть. Карта, вентиль, сумка. В карты мы с кем играли? Мы играли с алкашами. Карта. Вот это, карта, вентиль. Вентиль это был... Это был мужик. И сумка. Это бабуля. Ну. Ну, в карты мы играли с алкашом. 1, 2, 3, карта. Это с алкашами мы играли. Потом вентиль. Это бабка вот эта вот. И сумка это бабка. Основная. Или с дедом мы там что-то делали. Ёбаная наркомания. 1, 2, 3. Заебись. Мы же там так и играли. 1, 2, 3 получается. Крутотик.
А, у нас, ты говоришь, монетка-то есть. Надо позвонить. Чего вспомнил? Утка в костюме человека. Ну и получается последняя там кружка. Три. Это венти. А, подожди, три. Я не так выставил, что ли, блядь. Три вентиль, подожди. Карта. Бабка. Фу, я, блядь, не так выставил. Карта, бабка, вентиль. Карта, бабка. Вентиль. Почему не устанавливается? Так, все восстановили. Карта, бабка, вентиль. Наркоман. Это еще надо, ребят, вспоминать. В чем прикол-то? Потому что надо еще вспомнить, кто там у тебя был. Крутотик. Так, лейка есть. Так. Корона. Надо тут царю надо этому отдать. Пойдем попробуем дойти до того края, там может что-то есть. А, ничего нет. Ну давай выходить. Так. Держи. А где все время? Это же их фантазия, да? Брат и сестру, а где они все время это проводили? Есть у них фантазия, а так-то где они были? Просто в своем дворе. Ты кому налада? Босаю нала. Деда прибили. Карантак. Босай. А, дед фея был. Король цикунь. Aroya lezen. Schleinak. Bendek Simona Palewa. Alu lezen. Не все то воображение, что в голове у тебя. То есть это, на самом деле, по-настоящему. А че я ничего не могу? Нормально. Да, все, короче. Игра окончена. Вот такая вот, ребят, игра. Это конец. Ну, под конец, честно говоря, немножко наркомании, да, пошло вот это вот. Я не любитель наркомании. Она сложно у меня воспринимается. А так, игрушка прикольная, рисовка прикольная. Вот. Некоторые, конечно, загадки немножко без подсказок очень сложно. Вот. А игрушка, в принципе, прикольная, классно. Буквально сколько мы ее прошли? За 4 серии. Но она проходится за 2-3 часа где-то. Если особо не тупить, как я. Вот. Увидимся с тобой уже в прохождении в следующих играх. Когда-нибудь обязательно будут. А, нам дед подыгрывал. То есть, помнишь, мы там это мужику, который там в гонку участвовал. Вот, вот как это все было на самом деле.
отражение света, как мы свою сестру душили. То есть на самом деле вот как все происходило. У нас там все было классно. Мы сидели на машине и в мусорке ловили там чего-то. То есть видишь, как все было классно. В карты вот так вот мы играли. Да. Ну так она «Царю» читала. Где в конце. То есть на самом деле-то ничего такого не было. То есть просто детские шалости. Детская фантазия. Она безгранична. Увидимся с тобой уже в следующих играх. Всем до встречи, всем пока.